1 января 2014 года в силу вступили почти 200 нормативных актов, регулирующих различные сферы нашей жизни. Некоторые изменения не так заметны, но есть и особо важные. Мы подготовили специально для вас подборку тех законов, на которые стоит обратить внимание особо. Итак, в наступившем году окончательно отменили мобильное рабство. Теперь можно сменить оператора сотовой связи, сохранив свой старый номер. Стоимость услуги составит 100 рублей. Кроме того, с нового года запрещена продажа сим-карт для мобильников на улице. Теперь за торговлю вне помещений продавцам грозит штраф до 200 тысяч рублей.